Мы очень рады, что в детской библиотеке культурного центра ЗИЛ открылась эта замечательная выставка. С акварельной Москвы мы начали новый сезон, и это не случайно. Выставка посвящена не только Дню города, не только 870-летию нашей любимой столицы, но и всем тем событиям, которые случились в нашей стране ровно 100 лет назад. Мы специально постарались сделать так, чтобы благодаря юным художникам наши маленькие читатели увидели город современный, но город с помнящий о своих традициях. Поэтому здесь на этих работах очень много и старинной архитектуры, и современного города. Город разный, город интересный, город изменился, и это здорово. А художники маленькие и большие. Молодцы!